Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, зайдем в магазин, заберем бесплатно пак. Кто это там? Бакстер Муха, ясно. Дальше мы с тобой сделаем следующее. Будем искать на нашего супер шреддера нужные нам элементы. А в данный момент это катушки с пленкой. Окей, погнали. Опа, нормуль. Сразу выпала. Вторая. Третья, да ладно. Четвертая. Друзья мои, я 2 дня не мог нормально поиграть в черепашек. Понимаешь, все время влетало с какими-то ошибками. Не мог ничего здесь нормально сделать. И смотри-ка, я надеюсь, сегодня у нас пройдет серия без каких-либо приключений. Так, еще 3 катушки мне нужно найти. Так, раз, 2 и последнюю. Дайте, пожалуйста, 3-ю. Вау. Слушай, круто. Ну-ка, и 18 номеров нам нужно, да? Блин, 18, ну это дофига на самом деле. Дофигище. Давай хотя бы 4 попробуем найти и на этом остановимся. Так, 3-й и последний. Все. В следующей серии доберем с тобой еще 14 знаков, и будет у нас 5-я ступень. Окей. А пока даже уровень не смогу поднять. Хе-хе. Ладно, ничего страшного, друзья. Забираем свои награды. Все. Так, поднять уровень персонажа. Я, наверное, накоплю ДНК и все-таки прапаю нашего супер шреддера. Ну что, друзья мои, у нас сегодня суббота, насколько я помню, да? Я нахожусь в лиге сёгунов 3 звезды. Ребята, у нас через, грубо говоря, сутки кончится неделя, а я до сих пор нахожусь в лиге сёгунов 3 звезды. Это вообще ненормально. Это потому что, ребята, 2 дня я не мог зайти, еще раз повторяю, в игру. Точнее, как я заходил, но начинаешь бой, тебя выкидывает. Начинаешь там какое-то испытание, тебя выбрасывает. И в конце концов, вот только сегодня я зашел, и вроде бы пока более-менее. Еще ни одного выброса не было. А если у нас так получается, значит, нам нужно с тобой, ну, как бы тебе это сказать, урвать то, что мы можем сейчас с тобой сделать. То есть сыграть по максималке. Вот не знаю, получится у меня это или нет. В общем, надо сегодня попробовать в Лигу Мастеров 2 звезды хотя бы забраться каким-то образом. Так, ну что, Хан, да, у нас тут? Поехали. Блин, а он же сейчас первым сходит. Хотя, подожди, ничего он не сделает нам. Есть. Ой, тихо. Блин. Так, Змейковьюн, не подведи. Нормуль. Я уже думал, сейчас как Бибоп полетит. А он же может ушатать, да, у нас здесь любого, в принципе. Ну, как любого. Слабее себе уровнем. Ладно, первый поединок вроде бы неплохо прошел. Блин, 96-я позиция, елки-палки. Это я только в Лигу Мастеров попаду. Потом надо будет там еще подраться. Ой, друзья мои, давайте-ка попробуем. Может быть, нам с кубками повезет. 16-22. Не будут мне давать, да, походу дела. Не хотят, ладно. Давай возьмем Томаса. Возьмем с тобой Томаса. Можно, в принципе, вот так вот делать. Леонардо вместе с Усаги. И отыгрывать более-менее слабых противников. Хотя не забывай, что здесь Карайка у противника. По инициативе-то она тоже неплоха. Она может сейчас бросить кунаи свои. Надеюсь, не успеет. Давай-ка, Усаги. Блин, нам действительно сегодня нужно, ребята, поднажать. Плюс у меня не пройдено испытание. Я, если честно, даже не помню, какие у нас испытания на этой неделе. На кого? По-моему, на Усаги, да? Нет, на Усаги было в прошлый раз. Давай-ка посмотрим, я не помню, действительно. Кто? Ну-ка. Сейчас я посмотрю. Так, 70-я позиция у нас с тобой. Испытание. А, черепашья. Слушай, ну черепашья буря. Друзья мои, вот это однозначно. А надо будет проходить, потому что... Блин, риск, конечно, не риск, а шанс. То, что мы получим нужных черепашек, маленький. Но здесь очень хорошая награда. Ты видишь, да? $60 и плюс 3 серебряных осколка. Ладно, давай попробуем
вначале отыграть с тобой нормально арену, а дальше уже, как говорится, будет видно. Так, в бой, арена, поехали. 36 откатов у меня в данный момент есть. То есть, по большому счету, Серега, да? По большому счету, мы можем неплохо с тобой отыграть здесь. 15 боев. Это как минимум. А 15 боев, это, знаешь ли, очень даже неплохо. Если даже брать по десятке, это 150 ступеней. Это Лига Мастеров 2 звезды как минимум нам светит. Это как минимум. Ну что ж, давай посмотрим. Пока вроде бы все отлично. Леонардо Сусаги по-прежнему держит врагов в страхе. И мне это нравится. Давай-ка мы с тобой переместимся. Сейчас посмотрим, куда. Была 70-я позиция. Должна быть 60-я, по моим расчетам. О, даже 58-я. Еще лучше. Так, вот почему кубки меня не обновляют, я не могу понять. Неужели я еще не заслужил, чтобы... Вон, там было 16-22, ребята. Прозевакал. Ну-ка попробуем. Ай-яй-яй, только... Вот. Джон. Ну что же, Джон, это хорошо. Это хорошо. Мы тебя, конечно же, возьмем. И отыграем. Так, 64-й уровень. В принципе, пока терпимо. А мы с тобой тем временем отыгрываем 50-е уровни. Ну, погнали. Так, Усаги, как всегда, великолепен. Машет, крутит, вертит. Постепенный урон. Ну, Леонардо сейчас добьет. Можно, конечно, помимо этих двух персонажей взять кого-то еще. Например, Армагона. Да, например, Армагон и Рахзар. Ну, а почему бы и нет? А ну-ка, давай посмотрим. Так, какая позиция у нас сейчас? 45-я, шикарно. В бой. 16-22, вот, отлично. Это у нас Райн. Видишь, здесь, ребята, Хан. Поэтому, я не знаю, вот. Если мы возьмем Рахзара. Давай вот так вот сделаем. Вот так мы с тобой сделаем. Плюс возьму, я не знаю, успеет ли Рахзар встать в стойку, а? Как ты вот думаешь? Давай вот так вот, чтобы не рисковать особо сильно. Я просто боюсь, что Рахзар не успеет. И Хан сможет пробить. Сейчас посмотрим. Бомбочка. Пошла, родная. Так. Блин, тут надо провокацию брать. Ага, видишь? Он не стал, кстати, делать дебаф. Он именно пошел в атаку. Воу-воу-воу, тихо. Вы что делаете, шпана? Блин, там еще Донателло этот стоит, хиллер. Он сейчас будет хилять, 100% тебе говорю. Или же, посмотрим, Донни вырубит его или нет. А если мы сделаем вот так? Вот, уже совсем другое дело. Ну что же, Рокстеди, ты попал. Вырубаем его. Отлично. Плюс Крис Брэдфорд падает и Донателло фильм. Все, друзья мои. Но, честно говоря, риски были большие. Потому что ты видел, сколько у Рахзара осталось здоровья. Там буквально один удар мощный, и он бы упал. Ну, а тут нам повезло. Так, у нас с тобой 31-я позиция. Угу. То есть еще где-то боя 3, да, нужно нам с тобой провести. Давайте кубки мне. Так, 16-22, не меньше. Вот, это у нас Сергей. Это у нас Сергей, давай попробуем сыграть Армагон. Так, Донателло. И Армагон, Донателло и вот так. Посмотрим, тут у нас с тобой есть и провокация, тут у нас с тобой есть и хиллер, и дамаг, в общем, все. Поехали. Да, и смотрю-ка я, везде у нас почему-то ставят Донателло, да? Блин, ну Армагон, конечно, великолепен. Армагон и Супер Шреддер, они тут, конечно, будут такие отжигать плюхи. Жалко, что у Шреддера, конечно, Супер Удар не до 6-й ступени прокачан.
Ну что, на 20-ю позицию, да? Окей. Продолжаем разговор. Так, опять они меня кубки зажали. Вы специально, что ли, издеваетесь надо мной? Так, Андрей. Андрюха. Так, давай-ка мы попробуем с тобой сыграть. Супер Шреддера возьмем. Джастина. Тигриный коготь плюс Сплинтер. И... опасно. Давай вот так вот. Нет, все-таки вот так. Фу, рискуем, друзья мои. Сейчас будет Супер Шреддер делать свою супер-пупер атаку. Посмотрим, как он с ней справится. Поехали. Ага. Так, на кого он там постепенку повесил? Ну, в принципе, ну, посмотрим. Так, в эти минус. Муха, муха захиляет, да? Эть, уже ничего она не сделает. Этот упал, и здесь вот так вот. Пух. Отлично. Ну что же, Джастин своей массовой атакой, своим этим запахом изо рта всех остальных добил. Значит, мы с тобой двигаемся дальше. Какая позиция там? Десятая? Восьмая. Окей. Один поединок нам остался, чтобы перейти. И здесь у нас есть Брайан. Здесь есть Брайан. Короче, Бакстер Стокман, Крис Брэдфорд и Железноголовый. В совокупе вместе вот с этими двумя. Ну, давай посмотрим. Инициатива здесь, по-моему, самая большая. Это у Криса Брэдфорда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Майки Оригинал. Ать, смотри, что вытворяет. Пит еще тут. Зачем он тратит? Непонятно. Ну что, давай, наверное, мы сделаем с тобой для начала защиту. Теперь выпустим с тобой маузеров. Так, теперь попробуем паутинку. Минус двоечка. Теперь хильнемся. И добьем. Великолепно. Ну согласись. Жалко, что у нас с тобой нету больше героев. Остались только лишь те, которых мы можем с тобой по откату возвращать. 96-я позиция. Ну что, блин, нам много еще надо драться. Много, ребят. Так, Маркус. Ну давай возьмем его. И вот теперь придется брать Леонардо с Усаги вместе. И за счет них отыгрывать уже самых-самых слабеньких наших персонажей. До Лиги Мастеров две звезды нам нужно сегодня добраться. Ну, попытаться, по крайней мере. Так, ну что, голубчики, погнали. Так, Усаги делает свои круговые движения. Найс. Ну, этих мы добьем. На. Получи. Окей. Так, давай дальше смотреть. Мне бы, конечно, хотелось получить 23, а лучше всего 24 кубка. Чтобы это как бы, ну, быстрее все намного было у нас продвижение. Так, с 96 на 84 место мы с тобой попали. Давай посмотрим, может быть, 23 кубка получим все-таки. Или не дадут. Что-то не дают, ребята. Не хотят. Ладно, оставим так. Янгель, да? Или как-то там величать. Янгель. Так, и будем, наверное, даже еще дальше брать. Раз, два, три, четыре. Но вот здесь вот есть риск. Обычно мы с собой перестраховываемся одним из трех имбовых персонажей, да? То есть здесь его нету. А здесь чисто двое. И если, не дай боже, кто-то из них промахнется или не добьет, головы наши полетят. Так, ну тут все великолепно будет. Судя по тому, сколько у них осталось здоровья, да? Все четенько. Так, прекрасно. Блин, Крэнк, когда же ты у меня прокачаешься, родной ты мой? Там осталось-то совсем немножко. Всего лишь 80 ДНК. Так, какая позиция? 72-я? Оу, как я угадал. Окей. Так, давай-ка еще паролим. Может быть... Вот. Это у нас, ребята, Роза. 17-23.
Так, берем с тобой Леонардо Лео. Плюс сюда возьму я змейка. Кара и змея, конечно же. Змейка Вил, хотел сказать. И вот этих двоих. Два майки. Так, ну здесь опасен. Опасен вот этот Микеланджело. Так что я надеюсь, Усаги нас не подведет. Но... ну, в принципе, все отлично. Давай-ка ушатаем с тобой Донателло. Стопы, стопы, стопы. Зачем? Улетел. Ребята, я просто не подумал о том, что постепенный урон не добьет Леонардо. Ты понимаешь? Я бы обязательно бы делал вертушку. Господи. Вот это я тупанул. Вот это я тупанул, а. 65-е место. Ладно, больше таких косяков, надеюсь, у меня не будет. Так, опять Мухаммед. Опять он. Ну что же, Лео плюс Усаги. И кто у нас тут? Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, ну сегодня в любом случае нужно добраться хоть кровь из носа, ребят. Потому что завтра последний день, а я, может быть, опять какой-нибудь косяк будет в игре и не смогу зайти или еще что-нибудь. И все, и пиши пропало. Поэтому сегодня в любом случае нужно дойти. Так, и какими там способами, уже, как говорится, не важно. У нас с тобой идеальная победа, значит, мы передвигаемся, может быть, на полтинничек, а? Передвинемся, нет? Ну, почти, ребят, почти. Ладно, еще 5 боев. 5 боев по 2 отката. 10 откатов, да? Окей. Так, Алекс. Ну, давай. Лео Усаги. Раз, два, три. Три. Но тут уже 70 уровень. Блин, 70 уровень, ребята. Уже можем, как говорится, не добить их. А три отката я как бы не готов тратить. Ну-ка. Ну, пока вроде бы справляемся, ребят. Судя по тому, сколько у них остается здоровья. Да, все у нас идет идеально. Так, переходим, наверное, где-то 45-я будет, да? 45-я позиция, я надеюсь на это. Давай. 43-я даже. О как. Так, будьте добры мне дать кубки. Что вы мне все подсовываете? 16-22, а? Вот, 17-23. Упс. Ребята, тут офигенный риск. Видишь майки этого? Я думаю, ты догадался, да? У него инициатива офигенная. То есть он, по-моему, будет сразу ходить после Усаги. Ну что ж, давай проверим. Если наш Усаги повесит на него, урон даст ему и постепенный повесит. Нет. Хотя, слушай, а что-то не то, ребята. Обычно... а, все, я вспомнил. Это не 70-го уровня. Если бы он был 79-го, тогда бы майки, да, ходил бы сразу после Усаги. Вот оно что. Здесь он еще как бы слабоватенький был. Ну что, у нас с тобой 31-я позиция. Окей. Давай мне, пожалуйста, по максималке. 17-23, блин, было. Проворонил опять, да? Опять было, ё-моё, да что ж такое-то? Ну? Чё, вот них... ого. Это у нас опять Джон. Опять Джон, ребята, но... почему-то другая немножко аватарка. Может быть, даже и Джон другой. Кто его знает? Что у нас тут осталось? Крип, Бибоп. И как его звать-то? Я уже забыл, елки-палки. Я забыл, как звать. В голове граф Монте-Кристо крутится, прикинь. Ты не поверишь. Монтес, как же его, Монтес. Ну все. Что-то с памятью моей стало, да? Блин. Ксевер, конечно же, Ксевер и Монтес, ё-моё. Ну, Рэй, ну ты даешь, а? Вообще, склероз уже начался какой-то.
Так, ну что, посмотрим, какая у нас 19-я позиция. Окей. То есть еще два боя надо. Анна. Против нас будет играть Анна. Так, раз, два. Три. Слушай, 41 уровни остались всего лишь. 41-й, а там и 30-й. То есть мы с тобой, наверное, всех отыграем сегодня, да, получается? Так, накажи, пожалуйста, Хана. Давай, давай, вот этого вот паршивца, вот этого. Отлично. Так, а вот Бакстер Стокман у нас упадет? Упадет. Так, ну что, остается у нас с тобой последний бой, и мы пойдем уже на испытание. Ну давай, не жмись. Какое место? 9-е? 8-е. Угу. Ну что, Марон Глейс, вот кто у нас будет сейчас против нас выступать. Раз, два, три. Ну тут, конечно, ребята, инициатива тоже. Ты смотри, у него два майки плюс голубь Пит. Как бы нам нужно с тобой поднажать, чтобы их распетрушить. Ну что, поехали. Давай, Усаги, не отставай. Блин, жалко вот, что мы с тобой сейчас перейдем в Лигу Мастеров. Две звезды. А завтра нас опять скинут, поверь мне. Так, ну тут хорошо. Или все-таки потратить нам с тобой, а? Откаты. Ну, как бы укрепиться в позиции, я имею в виду именно в Лиге Мастеров две звезды. Сейчас посмотрим, какое место мы получим с тобой. Ну, там будет где-то 99-98. А, 96 даже. Так, я хочу глянуть, сколько у нас с тобой остается героев. Сейчас посмотрим. Слушай, ну еще прилично. Тогда давай, раз, два, три. Откатов у нас с тобой 14 штук. Ну, завтра мы еще получим 10. Плюс не забывай, что у нас есть доллары, за которые мы можем тоже купить откаты себе. 250 долларов, 10 откатов. 10 откатов — это, грубо говоря, 5 боев. Угу. 5 боев. Там минимум нужно будет десятка боев. Да хватит нам, елки-палки. Че я переживаю, все нам хватит, ребят. Все, готовый. Просто я думал, если мы сейчас с тобой всех отыграем бойцов, да, вот этого, вплоть до 30 уровня, у нас где-то будет место 50-е. А там уже можно будет и расслабиться, да? Ладно, уговорили. Давай попробуем сделать именно так. Подожди, не-не-не, не надо. Давай, Лео, Усаги. Так, секунду. Раз, два, три. Кстати, надо будет нам... Я не знаю, у нас по жетонам, по-моему... А, мало. Мы же все потратили. Но зато у нас монет достаточно. Поэтому мы сейчас с тобой приобретем еще 3 ДНК на... Кого? На Лапекс? Если я ничего не путаю. По-моему, да. На Лапекс. Так, ну что, здесь мы с тобой все вырубили. И двигаемся дальше. Так... Пойдем, 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 пойдем быстрее. Позиция 75-я. Ах ты, 76-я. Чуть-чуть не добрали, да, с тобой? Вот это я брать не хочу. Я возьму вот эти вот. Вот, Алекс. Сегодня у нас Алекс преследует нас. Так. Вот мне интересно, друзья мои, кого нам... прапать в платиновый ранг в следующий раз. Это уже будет, наверное, ближе к концу февраля. Может быть, даже в начале марта. Вот как ты думаешь, кого? Может быть, Макмана? У него тоже есть суперудар. Ураганчик смертельный. Я вот тоже вот все думаю, кого бы нам с тобой прапать. И ничего у меня пока в голову не идет. Может, Ваньку? А Ванька у нас, по-моему, и так платиновый или нет? Я что-то, кстати, и не помню, Ванька он-то у нас как? В платиновом ранге или нет? Так, ну что, у нас с тобой 8 откатов. Это очень и очень мало. Тем более сейчас мы можем сфейлиться, потому что здесь Карайка 77 уровня. Не дай боже, что-то пойдет не так, она звезданет своими... этими
кунаями, она вот этих сразу положит. Положит Рафаэля, положит Саблезуба, но, естественно, Рокстеди. Потому что она 77 уровня. Что? Давай проверим. Ну, конечно, все в руках Усаги. Он может ее наказать сразу. Есть. Усаги, ну ты красавчик. Ты, как всегда, меня не подвел. Ой! Твою же... А как так-то, блин, постепенного урона не было на Бакстере Стокмане, ты понял? Вот из-за этого он, ребята, и не погиб. Вот же жучара, ты посмотри на него. Блин, плохо. Ладно, какое там у нас место? Чего? Всего две ступеньки? Да вы издеваетесь. Вы сейчас просто вот поиздевались надо мной. Ладно, берем с тобой вот этого бойца. Я разозлился, и я буду мстить, друзья мои. И мстя моя жестока. Раз, два, три. Поехали. Наверное, придется уже тогда всех отыгрывать. Раз уже 34 уровни. Так, ну что, опять ты? Так, ладно. Усаги, на этот раз я... Надеюсь, ты меня не подведешь. Так, красавчик. Тут у меня... Хотя Бибоп подохнет, ребят, потому что на нем постепенка висит. Все. Прекрасно. Так, ну что, по идее должно быть, ну, где-то 52-е, там, 53-е место, по моим расчетам. Посмотрим. Ух ты, 47-й. Все, все, друзья мои. С ареной на сегодня мы закругляемся и переходим куда? К вам переходим с тобой. Ну, конечно же, переходим на испытание. Черепашья буря. И кто же у нас тут будет? Ага, вот так вот. Ладно, думаю, что такой командой мы еще здесь можем немножко поиграть. Хиллер у нас с тобой наконец-то появился. Какой-никакой, но он есть. И это Шреддер, Супер Шреддер. Так, тихо. Начинает тут буянить, давай-ка в стоечку. Хм. Сделаем с тобой вот это вот. Хилку постепенную, да? Теперь мы сделаем, наверное, защиту. И поехали. Так. Ой-ой-ой, Раф, ты что делаешь? Иди отдыхай. Ну что же, тут у нас черепашки фильм. Окей. Давай, наверное, добьем с тобой майки фильм. Солидно. Так, теперь, наверное, пробафаемся на всякий случай. Вызовем маузеров. Ой, как круто. Так, а это у нас ролевые, да, черепашки? Начнем, наверное, с Дони. Так, теперь майки. Ой, массовая атака. Туф. Крышка ему, да, ребят? Так, а хил у нас хил. Да, у нас работает с тобой пока еще хил, видишь, да? Сердечки, вот, ой, эти вот плюсики. Так, и погнали. Так, минус Лео. Майки блочим. Опа. И попробуем сейчас пробить. Есть. Ну что, друзья мои, здесь довольно, ну, не скажу, конечно, что легко, но приемлемо. Был небольшой риск, но мы смогли здесь разрулить ситуацию. Так, ну что, 60 долларов. Двигаемся дальше. Что у нас тут? Здесь уже 70 уровень. Попробуем. Попробуем здесь справиться. Ага. Классика, да? Классика жанра вышла. Нате вам. Ну что, Рокзар, тебе придется опять в стойку вставать. Блин. Ладно, поехали. Нам бы пробафаться не помешало бы. Давай защиту поставим. Вот так. Теперь... Ну, добить вряд ли добьем, да? Хотя... Рафаэль решил подхильнуться. Ладно. На тебе. Зашибись. Ну что, вторая волна.
Так, с этими давай, наверное, по-быренькому разберемся. Упс. Не вышло по-быренькому. Так. Я даже не знаю, ну давай вот так вот. Хоба. Теперь этого чпок и Леонардо. А это оригиналы. Блин, тоже опасные ребята. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Мало ли там что. Теперь бафаемся. Выпускаем волну. Блин, что, он только на одного постепенно упало. Так, вырубаем Лео. Вырубаем Майки. И... Ах ты, Донателло. Ты посмотри, что он сделал. Он снял, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Нифига влупил. Нифига он влупил, я тебе скажу. Так, Рокзар, я надеюсь, ты не будешь у меня погибать раньше времени. Поехали. Ракета пошла. Минус. Так, отлично. Так, теперь надо вот этого Рафаэля уничтожить. Блин, бомбочку бросаем. Так, замедляха сработал, да? Уничтожаем Рафаэля. Дальше, дальше Лео попробуем шатать. Замедлили. Добиваем. Так, теперь, опа. Нет, это тебе не поможет. Все, ребята, здесь победушка за нами. Ну что, будем идти с тобой на следующий поединок, а? Или не будем идти? Там уже 80 уровень, там... Ошибки уже не прощаются. Ух, сколько. 15 долларов 75 жетонов. Кстати, Донателло видение. Это классно. Точнее, ролевой, да? Ну а тут... Блин, 80 уровень, ребята. Попробуем. Так уж и быть. Конечно, ой, тут еще и 6 этих. Ёлки ты палки. 6 волн. Да. Слушай, я даже не знаю, ребята. Как бы провокацию брать на одного Рокзара. Его же тут быстро. Да вы успокойтесь. Эй. Ну-ка. Так, подожди, нам нужно. Блин, давай вот так вот сделаем. Все-таки защиту поставлю. Ну нифига ты. Да вы оборзели. Ты посмотри, что они творят. Еще и постепенный урон повесили, а? Зэк забыл совсем. Слушай, по-моему, нам тут... По-моему, нам тут не выжить, мне кажется. Смотри, что творит. Ну-ка, добьешь, надеюсь, есть. Так вот. Блин, ребят. Рокзар и Бакстер Стокман. Ну ты сам видишь, да? Леонардо. Ну-ка попробуем. Заблочили. Так. Баф. У меня хила здесь нет, ребята. К сожалению. К сожалению. Так, кто будет ходить? Майки. Майки ходить не будет. Ух, постепенный урон, ребята. Постепенный урон. Блин. Три хода еще нам нужно. Как тут выжить три хода? Если Шреддер ударит по Рафаэлю, я боюсь, Рафаэль его уничтожит. А если я здесь проникающим? Крис Брэдфорд, ты меня не подведешь, надеюсь? Е. Так, а тут-то что? В майке? У нас с тобой все суперудары уже закончились, да, я так понимаю? Ну, последняя надежда. И это очень хорошо, ребят. Она должна уничтожить их. Ой, Рафаэль! Блин, Рафаэль! Как же я так поздно увидел, что у него очень много здоровья осталось. Ладно, четвертая волна. Что у нас? Ох, оригиналы. Оригиналы-маргиналы, да? Еще и промахиваемся с тобой. Ну, давай попробуем так замедлить хотя бы их. Умоляю, блин. Замедлил тоже мне.
Сейчас полетят головы. Сейчас полетят головы. Во-во-во-во. Пошло-поехало. На. Так, этот у нас в провокацию встал, да? Бомбочка полетит. Опа. Исцеление, ребята, исцеление. Надо этого Лео как-то есть. Вырубили. Так, бафаемся быстро. Окей. Не-не-не-не-не, не надо. Так, ответочка, правильно. Рафаэль. Все, ребята, потеряли мы с тобой Шреддера. Блин, жалко. Минус. Минус. Ну что ты выпендриваешься, а? Добил. Кто у нас тут? Блин. Давай волну с тобой выпустим. Так, предположим, теперь бомбочку. Окей. Блин, массовая атака, да? Запрет лечения еще к тому же. Здесь попробуем Рафаэля вырубить. Окей. Теперь Майки. Донни. Твою же налево вырубил все-таки, а? Я думал, ребята, он отдуплится. Угу. Мы с тобой дошли до последней шестой волны. И кто это у нас тут? Космос. Ну, конечно же, ребята, космос. Они меня разорвут здесь. Космические черепашки здесь больно мощные. У нас запрет на... Ты посмотри, что... Все, 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 все. Офигеть. Без шансов, ребят. Но зато до последней волны я добрался. Шанс, конечно, на победу. Но я считаю, все равно мы очень даже круто. Круто, ребята, поиграли здесь. Фармить можем только вот тут. Но шанс такой маленький, ребята. Шанс очень маленький. Давай-ка мы, наверное, здесь попробуем отыграть. О, смотри-ка, смотри-ка, что нам тут досталось. Я не буду брать 60 уровень сюда. Здесь вообще достаточно будет Леонардо, Донателло, наверное, и Рафаэля. Как по мне. Ты прекрасно знаешь, что мы с тобой ищем здесь. Нам нужны орнаменты. Да, именно их мы с тобой собираем. И пока не очень хорошо у нас это получается. Так, переходим с тобой на вторую волну. Да давай вот так вот сделаем. Хоба. И они живы. Так, ну падает. Не хочет. Не хочет, ребят, падать. Но сейчас уволень упал. Так, следующий кто у нас? Ага. Ну, я сделаю, наверное, вот так вот. Ярость Рафа, которая нам очень хорошо поможет. Плюс уклонение. И фигушки вы по нам попадете. Так, кого бы нам вырубить с тобой? Наверное, тигриного когтя в первую очередь. На. Ага, у нас сопротивляемость идет. Фиг ты по нам попадешь, потому что мы... А вот здесь попал. Поехали. Сюрики. Так, муха, наверное, отхилится, да, я так понимаю. Хотя нет, она не успеет. Замечательно. Все, ребят. Полетели головы, да? Да вот шиш тебе. Ну что же, первый эпизод у нас с тобой пройден. Мы с тобой получаем какой тут приз? Покажите-ка, пожалуйста, мне. Ага, снаряжение клан Фуд. А нам нужны вот эти вот орнаменты с тобой. Так, ну что, переходим сюда. Так, 80-й, да, уровень. Наверное, мы полностью пройдем, скорее всего. Все три испытания. Но это еще под вопросом, опять же. Так, делаем с тобой уклонение. Потом что? Да пока ничего, просто бомбим. Ярость Рафа включим с тобой сейчас, да? В ближайшие там ходы. И понесутся, как говорится, головы с плеч. Поехали. Опа. Поехали дальше. Минус Маузер. Минус второй.
и минус солдат Кланфута. Переходим с вами на вторую волну. Здесь у нас вот кто. Поехали. Нагината лежит, друзья мои. Не знаю, чья, правда. Так, ну-ка, вертушки будет достаточно, чтобы их уложить здесь? Нет. Недостаточно. Рахзар берет провокацию, да? Тогда мы его ушатываем. Минус бибопчик. Так, ой-ой, а, он провокацию берет. Это зря, парень. И остается Рокстеди. В кого? Ти, в майке. Хорошо, предположим. Воу-воу-воу. Так, упал. Ну что у нас на третьей волне? Блин, Шреддер. Хиляться я пока не буду. Давай так вот попробуем. Блин, а у нас еще и пониженная атака. А мы уклонение с тобой поставим. Теперь, как говорится, еще и защиту. Все. Да иди ты. Ага, пробило. Ты посмотри-ка. Хиляется. Ну и зря, парень. Так. Берем провокацию с тобой. Ох, сейчас. Подожди, я не... А почему он... А, все, я понял. Что там было? Там была взаимовыручка, да? Сыграна. Ну ладно. Че у меня? До сих пор ни одной массовой атаки, что ли, нету? Да успокойся ты, Шреддер. Упал. Так, коготь тигрины тут тоже, смотрю, выпендривается, да? Давай, сюрики. Слабовато. Так. О, ярость Рафа, конечно же. А это защиту ставит в противовес мне. Ха. Карайка не упала. Так, маузеры пошли. Все, минус Бакстер. Мы с тобой делаем отхил. Ну и, наверное, будем сейчас разносить всех остальных. Минус тигриный коготь, минус Карайка и минус Крис Брэдфорд. Все. Прекрасно. Ну что, я думаю, если мы сейчас втроем пойдем с тобой на последнюю, интересно, на последний эпизод, мы сможем пройти его? Донателло здесь нам не нужен. Вот так вот. Хотелось бы мне посмотреть сейчас на этот бой. Но ты сам понимаешь, что без уклонения здесь уже, ну, просто никак нельзя. Блин, надо на Рафаэля брать... Так, этих сейчас завалим. На Рафаэля надо брать провокацию, ребят. Упс, я думал, что мы всех ушатаем. Так, Раф, давай, ответку. Нормуль. Ой-ой-ой, майку заблокировали способности. Хильнуть я не могу, значит, да, уже? Так, минус еще один. Вот так я беру провокацию. Нормуль. Добьешь? Шикарно. И уничтожаем этого. Тут у нас... Ага. Блин, надо вот этого сносить в первую очередь. Ага, снес, елки-палки называется. Ни шиша не вышло. Так, может быть, майки. Хотя вряд ли майки его добьет. Рахзар берет провокацию. Угу. Оу, ничего себе, ребята, мы ему. Тихо, блин, тут уже надо хиляться, ребята. Если успеем, блин. А я в этом сомневаюсь, да? Вот уж шлепки, а ты посмотри, что они сделали. А ведь у меня была на Рафаэля ставочка, большущая причем. Теперь я уже ничего здесь сделать не смогу. К сожалению, блин. Так, теперь этот провокацию берет. А, ну ты посмотри. Интересно, сможем мы их тут подбить или все-таки не сможем? Ого, под защитой.
Фиг пробьешь. Опять маузеры. Йоу, все, ребята, фейл. Офигеть, вот это нежданчик. Слушай, я, наверное, в следующей серии попробую все равно пробить. Мне кажется, есть шанс. Рафаэля просто вырубили, они очень быстро мне. Да. Так, заходим в магазин, в предметы. Вот тут и берем 3 ДНК. Ну что, 80 у нас ДНК с тобой на Лапекс. Еще 20 и все. Так, и поднять уровень персонажа. Кому я хотел? Конечно же, нашему Супер Шреддеру. Вот так вот. Ну и в принципе и все на сегодня. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.